Так, а сейчас мы вам представляем нашу девочку золотую. Вот такая у нас красавица. Вот такие у нас смешные щечки. Девочка у нас 011-я. Сейчас в прокрасе. Будет ярче, конечно же. Она очень крупненькая для девочки. Такая прям вся толстенькая, пузатенькая. Такая прям вся классная. У нас какой профилечек. Носик маленький, ровненький. Вот, девчонка, мне кажется, тоже очень хороша в разведении будет. По-моему, она лучше моей старшей кошки, ее сестры. Потому что у нее моська вообще уникальная. Вот такая вот зверюшка. Девочка активная, с отличным аппетитом. Тоже шерсть очень хорошая, набитая, густая. Вон какая красавица. Вот, предлагается в резерв. Пока что нам еще полтора месяца нету. Вот, мы уже 500 грамм весим. Для девочки, по-моему, очень хорошо. Вот такая спокойная, как танк, девочка. Не пескунья, активная, игривая. Лапочка, в общем, у нас. Прям песня. Зовут девочку Ириша Олли. Мы зовем ее Олей. Вот такая Оленька. Вот такая Оленька у нас. Пока голубоглазая, будет зеленоглазая. Да, моя девочка? Славный ребенок. Славный. Вот, отличная девочка. Вот, резервируйте, пока я не передумала. А то боюсь, что захочется себе ее оставить. Смотрите, какая лапочка. Все.